А теперь несколько слов о главном политическом событии последних дней. В Твери подвели итоги предварительного голосования, проведенного партией «Единая Россия». В нем приняли участие около 17 тысяч жителей областного центра. Напомним, что в сентябре этого года состоятся выборы депутатов в городскую думу. И сейчас избиратели получили возможность заранее присмотреться к кандидатам и отдать свой голос за тех, кого считают наиболее достойными для участия в предвыборной гонке этой осенью. Так, из 142 кандидатов, представленных на праймерис, согласно итогам голосования от правящей партии, будут выдвинуты на основные выборы 25. Именно столько мандатов будет на кону нынешней осенью. Напомним, что грядущие выборы будут проходить только по одномандатной системе. Кроме того, в Твери приведена так называемая перенарезка округов. Теперь их 25, и на каждом будет по одному депутату, представляющему в городской думе вверенную ему территорию. Соответственно, и депутатов в 9-м созыве Гордумы будет не 33 человека, как сейчас, а только 25. Подводя итоги прошедшего праймерис, председатель оргкомитета Сергей Голубев отметил высокую конкуренцию и при этом полностью открытую легитимную среду. У каждого кандидата были абсолютно равные возможности. При этом сам процесс голосования обошелся без жалоб. Оно на этот раз впервые было организовано только в онлайн-формате. Впервые в Тверской области региональное отделение проводило предварительное голосование исключительно через систему электронного голосования. Я думаю, что достаточно успешный опыт, потому что с точки зрения участия избирателей в этом процессе, участия сторонников партии «Единая Россия», мы, по крайней мере, ту явку, которую имели в прошлом году, в основном по городу Твери, мы ее повторили, даже по отдельным территориям немножко больше. Также Сергей Голубев отметил, что среди участников праймерис были представители бизнеса, работники бюджетных учреждений, СМИ и также представители молодого поколения, что говорит об интересе к политике партии. Со списком победителей прошедшего предварительного голосования можно ознакомиться на официальном сайте партии «Единая Россия».